Итак, сегодня день, когда я ушла в глубокую медитацию и буду медитировать на то, чтобы помочь всем людям России. И я медитирую на Индийский океан. И вот какая странность получилась. Мне пришлось выйти и сделать эту странную передачу. Я на берегу Индийского океана. Я на него медитировала, сидя. И океан, никогда в жизни такого не было, никогда. На берег океана выбросился, каким-то образом появился убитый маленький дельфиненок. Видимо, его выбросило, то ли он на скалы разбился, то ли запутался в сетях. Но дело в том, что он... Обычно все, что погибает, остается в океане, за редким исключением. Но сейчас вот странные вещи происходят. Черепаха одна, вторая, как символ мудрости. Собака погибшая. В предыдущих снимала я в фильме, как символ дружбы некой, которая, возможно, что-то происходит, так как я на мир медитирую, а не на себя. То, возможно, это тоже какой-то символ. И я приближаюсь к трупу убитого маленького дельфиненочка, ребеночка. Я так и не поняла, что это. У него уже сошла его шкура, и у него что ли во рту что-то такое застряло. Что он такое? Или съел, или на него напали. Как он погиб? Символ дельфиненка. Разумное существо. Удивительное. Которое я очень люблю. Это как дети. Дельфины как дети. Когда-то я помнила себя, что я была и дельфином, дочерью дельфина, первого дельфина. И вот перед вами дельфиненочек. Совсем небольшой. Маленький. Так жалко его. Ну, его уже тут, понятно, его уже тут разделали. Очень тяжело все это видеть. Это кровь, это все. Что-то там у него во рту застряло, я не знаю, что. Ну, вот вам сплошная кровь, сплошные беды, разорвано здесь что-то. Ну, то, что на блеск. А чуть дальше... Совсем уж непонятный знак от медитации, который я не могу расшифровать, и поэтому я прошу вас всех подключиться. Что же происходит с миром, если моя медитация дала такие странные выбросы из океана? Ну, то, что здесь рыба иногда валяется, это бог с ним. Вот здесь маленькая рыбка какая-то. Это всегда выбрасывается, это не страшно. Но здесь есть еще одна совершенно странная находка, которую я хочу снять. Это змея, водная змея. Никогда в жизни дельфинов не выбрасывала. Один раз только они приплывали, и я чувствовала взаимосвязь. А вот эта странная змея водная, посмотрите, которая заглотила, по-моему, что она заглотила? То ли это рыба. Ой, я не могу, вот здесь как-то сложно мне, потому что моя тень мешает мне сейчас. Вот такая странная змея. Что у нее во рту? То ли скелет рыбы, то ли что-то такое. Вот, причем свернутое колечко. Подошел молодой человек. Very strange, because it is ocean. Значит, это змея, видимо, не водная, а или водная. Так и ничего не понятно, молодой человек сказал, но что это, я не знаю. Вот такие знаки медитации. Было время, когда я медитировала на океан,
и он выбрасывал цветы. Правда, цветы, которые очень сильно пахли, как лотосы. Какое-то чудо было такое. А сейчас вместо чудес я каждый день вижу вот такое горе, потому что маленький дельфиненок, вот собачка утопилась, другая собачка приволокла эту змею. То есть вот никогда на этом пляже ничего такого не было. Сколько я гуляла по нему, это мои ноги. Вот я иду по пляжу, это моя тень. Такого не было. Вот молодой человек тоже снимает дельфиненка. Потому что... потому что это как-то горько даже. Это горько. Я вот еще раз подойду. It is very strange. It is very strange because never ocean not fall here. What happened with this? Yes, anybody? Yes, what is it? I think it's in it. Fisherman. Fisherman it is make? Not good. Yes, because look. Yes. Don't swim. Oh, Боже. Oh, my God. Oh, my God. This is so sad. It's not good. It's not good. Yeah, I'm it's sad. Really sad. Yes. It's really sad. Значит, это рыбак поймал этого дельфиненка и выбросил его. My God. Что творят люди? Такого в Индии никогда не было. Никогда. И выбросил. Ну, вот такое вот в знаке. И мне объяснили, что змею притащила собака. А рыбаки поймали дельфиненка и выбросили его погибать здесь. Что это такое, объясните мне, не знаю. Но вот подумайте сами, что означают эти знаки. Я села в медитацию и медитировала на весь земной шар, на весь мир, на Россию в основном. Вот такие знаки. Спасибо, до свидания. Я ухожу на долгую медитацию и не смогу никому из вас отвечать. Простите, будет отвечать Александра. Я же отвечать никому не буду, потому что... я буду продолжать дальше медитировать, чтобы увидеть будущее. Всего доброго, до свидания.